Да. Нет. Хочу попробовать. Свекровь угостила. Какая-то, не знаю, не какая-то, а что-то рыбное, кулинарное изделие, рубленное, пастеризованное. В общем, горбуша скумбрия. Из горбуши и скумбрия. Рыба рубленная написана. Не знаю. Выглядит. Миша, говорю, это будешь? Он, ой, не, я такое, говорит, не буду. Ой. Чипок. Рыбный паштет. Запах, ну не знаю. С чем даже сравнить. Попробуем. Не, ну выглядит как паштет, да, Миш? Угу. Горбуша, скумбрия, должно быть вкусно. Оно тут, наверное, с какими-то специями, потому что красное, может, перчик какой-нибудь. Сейчас попробуем. Перец болгарский. Ну, знаете, не вах, прям вкусно. Я бы сказала, съедобно. Даже, знаешь, не пойму, какой-то вот вкус. Для меня неоднозначный. Даже описать не могу. Вкусно съедобно, но второй раз, допустим, не купила бы. Наверное, так. А может, и купила бы. Раз второй кусок намазываю, значит... Может, я первый не распробовала просто. Ну, то, что это не паштет, а как бы рубленое, это да, чувствуется. Кетчуп бы добавил. Интересно, что ты бы сказал по поводу вот этого? Или ты только хлопать умеешь? Все умею. Не все, но много. Я голодная, наверное, мне это вкусно, а так бы... В общем, кто любит рыбу, им понравится. Горбуша скумбрия. Не знаю, неоднозначно для меня.
Ничего не могу сказать. Съедобно.